Многие дети, когда приходят в первый класс, не умеют писать и читать. Освоить эти навыки помогает азбука. Для некоторых это первая в жизни самостоятельно прочитанная книга. Традиционно для первоклассников провели праздничное мероприятие, на котором они смогли попрощаться с букварем. Состоялось оно в Центральной библиотеке для учеников первого же класса из Видновского художественно-технического лицея. Его провела ведущий библиотекарь Оксана Овшинова. Учителя нам изъявили желание встречать этот праздник именно здесь у нас, поэтому мы рады их приветствовать. Тем самым открываем двери нашей библиотеки. То есть ребята понимают, что библиотека – это не только тихо, это еще и праздник, это еще и весело, это здорово. Для детей подготовили развлекательную программу с вопросами и викториной на тему азбуки. Также первоклассники читали стихи. Трудно было нам с тобой вначале. Мы полгода буквы изучали. Но теперь нам совершенно ясно, что старания были не напрасны. Родители полностью поддерживают идею проведения праздничного мероприятия, чтобы дети запомнили это событие надолго. Это праздник, это положительные эмоции. Наверное, это как награда за тот труд, который они вложили, изучая азбуку. В качестве награды за проделанные усилия в изучении букв русского алфавита первоклассникам подарили медали и дипломы. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.